поливает. Хочется уже снега, а не дождя. Да. Какую она открывает? Пятерку. Давай, подержи. Я хотела подержать, но я подержу вот это. По-немецкому. По-немецкому? А больше нравится на каком? По-немецкому. Привет, ребятки. Новый день, новое утро. Школа. Снова. Да? Маргуша. Давай просыпайся. Ксюша вон уже оделась. Постельку поправит и все готово. Кош, давай, вставай. Потом опять будешь опаздывать. А где вы будете мусор собирать? Угу. Сегодня только школа или только ваш класс? Вас сегодня заставят работать? Мне это нравится. Сегодня всем классом они идут мусор собирать там на одной большой площадке детской. Вам специально одежду дадут? Перчатки. Угу. Круто. В общем, здесь такое делают в школах. Собирается целый класс, и они идут определенный участок убирать в городе. Ну, где-то в нашем районе. Вам еще и заплатят? Кому заплатят? В школе? А вам? Нет, да, от школы касса, чтобы мы могли идти с школой. А чтобы вы потом со школой деньги потратили? С классом всем, да? А, куда-нибудь сходить вместе, да? Угу, здорово. Звездочка может быть серебряная, а потом золотая. Золотая, да. Нравится золотая? Значит, делаем золотую. Так. А во лбу звезда горит. Почти во лбу. На макушке стоит. Ребят, некоторые думают, что когда мы говорим число, то значит... Этого же числа мы снимаем и выкладываем. Получается, мы на день позже. У нас сегодня 3-е, а видео выйдет 4-го. Да, поэтому у нас с вами день-то одинаковый. Просто мы видео снимаем, допустим, сегодня, а выкладываем его на следующий день. Поэтому вы не путайтесь, ребят, все правильно. У нас так же, как и у вас. Завтра, то есть 4-го числа, видео это выйдет. Мы его снимаем сегодня 3-го числа. А выйдет оно 4-го. Так что не путайтесь. Все нормально, мы не живем в прошлом. Маргоша, шевелись. Давай. Обувайся. А у тебя еще 5 минут есть нормально. Успеваешь. Шмыки не перепутали? Ну, по-моему, перепутали. Какой там где? 35 вообще-то. Нужно какую-нибудь эту фломастером написать внизу. Внизу мои. Наверху Маргарита. Там нужно. Нужно вот тут начиркать чем-нибудь, написать буковку и все. И понятно будет, что это сразу твои. Нет, носки не будут потом грязные. Он же высохнет, фломастер. Снимали вчера видео, было, не было. Путаете ли вы одежду или обувь? И тут вам вот пример наглядный, что они путают. Все, девчонки, пока. Удачи в школе. Пока. Видеть себя хорошо? Мне спать хочу. Давай. Сегодня раньше спать ляжешь. Вчера легла почти в 10, вот не выспалась. Чьи башмаки валяются? А что они здесь валяются? По-моему, их уже помыть пора. Да? Ну все, пока. Давайте бегом. Как? Бегом. Сколько минут еще осталось?
15 минут. Два теста. Два теста? От этой моего кастанья штука. Угу. И еще один, который мы сделали. И какие у тебя оценочки? Не скажу. Не скажешь? Не скажу, а покажу. Покажешь хотя бы? Да. Да. А ты что принесла? Ничего не принесла. Наверное, сегодня я принесла. Да? Три, наверное. Нет, два или уже. Тесто? Наверное. Угу. Потому что наша учительница еще делает. Еще не сделала. Проверяет? Нет, уже просыпается папа. Показывай, по какому предмету? Это от кастания. Шестерка? Ну, 5-6. 5-6, да? Между пятеркой и шестеркой. Да. Угу. А это другой тест. Нет, да. Не расстраивайся. Мы должны были бы здесь и читать, потом здесь на, да, все такое. Да. У меня только две шибки я забыла написать. И еще... Тоже между шестеркой и пятеркой? Да. Ну, хорошо. И вот это вот я забыла. Только два шибки. Ну, хорошо, молодец. Смайлики. А весь мир фалдехет, хандона краудфанд. Здесь будете открывать? Да. Да. Давайте. Продолжаем. Да. Да. Какую он открывает? Пятерку. Эля. Я. Ух ты, снеговик. Ой, застрял. У него слишком толстая попа. Какой красивый. Да? Ну-ка, Каролина, 5 у тебя. Вот 5. Где 5 было? Вот. Мы вчера искали. Я вот здесь где-то вчера. Нет, это 19. Это... Где-то маленькая должна была быть. Вот пятерочка. Каролина. Подожди, пускай сама откроет. Там две. Одну для Максика, одну для Каролины. А давай теперь Максика. Ух ты! Снеговик Келлинг. Они одинаковые. Просто там картиночка разная, да. А где три? Вот три. На. Я открываю. Да, кушай, кушай. Три. У меня Дед Мороз. Конфетка? Да. А у Ксюшки тоже. Одинаковые. Да, я посмотрю. Шоколадка. Ага. Ксюша вчера думала, что это тут белый шоколад. Угу. Нет. Все, слопал так быстро. Не белый. Не белый? Ну-ка, дай-ка попробую. Вау! Можно? А тут, наверное, ничего страшного. Там внутри белое. Угу. Папа, доброе утро. Папа пока привыкнет к своему новому режиму. Бедный. Замучается. Так, а где твои все игрушки, которые ты уже открыл, а? Уже растерял все. Дай сюда снеговика. Какой он открыл? Пятый. Шесть. Шестой? У него... Мама, у него нет. Не открывай. В школе у нас тоже есть... Это завтра ты откроешь, хорошо? Угу. Мама. А. В школе у нас тоже есть календарь. И сегодня мы откроем три. Да. И что там попадается вам? Два конфетки. Для всех? Мама, я эти подушки. Маргарита, ты идешь в школу? Так что, вы почистили сегодня площадку детскую? Да, там очень мало было. Да, очень мало? Конечно, здесь мусора вообще нигде не найдешь. Уже все заранее почистили. Шапочку, Маргош. Ой, Ксюш. Ксюшош, шапочку. Все, пока. А что ты так ее надеваешь странно? А, чтобы лоб у тебя не замерз. Марго! Где? Захотую белярку в мультфильме, а? Угу. Угу. Все, пока. Пока. Вас там ждут. Если что, если мы не успеем, ключи будут, это сама знаешь где. Куда вы едете? Ну, мне нужно купить, съездить. Вальди. Вальди. Все, пока. Пойдемте, детишки. Пойдем, пока нету. Пока Ксюша с Маргаритой в школе, нам нужно сходить по делам. Чё сели обуваться? Макс, обуваться? Сапатус.
маму, папу. Это не лошадь, это корова. Ребятки, у нас ливень. Приехали мы за травкой нашим кроликом. Закончилась у них травка. Вот так поливает. Нет, садись на место, папа сейчас уже придет. Папа сейчас уже придет. Угу. Наши кролики кушать хотят. Да? Кроликам надо травку. Садись, все, папа уже поливает. Хочется уже снега, а не дождя. Ну, кто-то с коляской идет с ребенком в такую погоду. Как дела? Скучали по нам? Или нет? Наверное, вам спокойно так, да? Ах, вы какие! Не скучали по своим родителям. Я не знаю, что там внутри, там, наверное, конфетки. Просто конфетки? Там скотч, скотч надо оторвать. Нет, она уже оторвала. Оторвала? А почему она не открывается? Давай я попробую открыть. А, все, открыла. А, там как монетки. Ух ты, красивые какие. Да там шоколадки одинаковые, просто шарики разные. Это что за замок у вас здесь? Это кто построил? А? То есть вот только вот этот вот Макс ехает, все. Что ж ты так кричишь-то, ё-моё? Да! Теперь нам надо сделать тоже так высоко, как максимум. И что будет потом? Потом я хочу взять... Башни-близнецы? Нет, потом я хочу вот это взять, и потом оно не будет падать. А, соединить вместе, что ли? Так она длинная, такой у тебя нет, не будет держаться. Это все кубики? Да, хочу все кубики сделать. Выше себя сделай. А, Макс уже не дотягивается. Ты маленький у нас еще, малышка. Давай подержи. Я хотела подержать, но я подержу вот это. Это не я, она уже падала. Я вот так буду держать, а ты строй. Давай еще раз. Давай еще делаем. Еще делаем. Что читаем? Аня в стране чудес. Аня в стране чудес? Я, что ли? Нет, не ты. Аня, это я. Почему Аня, а не Алиса? Не знаю. Интересно? Да. Давай я тебе поменяю цвет, чтобы тебе глазки не портились. Только подожди ты. Оно останется, Маргарит. Нужно поменять на желтый цвет. Экран и яркость. Вот. Пожелтело? Да. Подожди. Да ты мне прибавь. Ой, как круто. Это уже совсем уже как в книжке. Старая. Ой, подожди, книжка. Почему она мне цвет меняет? Все? Вот видишь? Че за это? Тебе удобно так лежать читать? Она сунула золотой ключик в замок. Он как раз подходил. Аня отворила дверцу. Отворила, это значит открыла, есть то же самое, да. Не варила, как суп. А отворила, значит открыла. Дверцу. Аня отворила дверцу. Отворила дверцу и съела, да.
что она ведет в узкий проход. Тебе на каком языке проще читать? По-немецкому. По-немецкому? А больше нравится на каком? По-немецкому. Сидим, кушаем мороженое, смотрим наши старые видео с Испанией. Ностальгия. Сейчас мы будем кушать. Хочешь опять поехать? А? Все суши, всем хватит суши. Смотрим, сидим. И хочется туда. Кто хочет? Какой-то уровень. Вау, 129 уже. Скоро 130. А ты какой? На телефоне очень сложно, я тебе скажу. Потому что на телефоне не видно, пальцем закрываешь. Да. И там на Samsung очень быстро так поворачивается. Да. Давай, давай. Молодец. Прошла 130 теперь, да? Ребята. Детишки вы мои, да, давайте будем убирать и спать. Папа уже уехал у нас на работу. Давайте убираем кубики. Давайте убираем кубики. Давай, Макс, складывай. Кто играл? Кто играл, тот убирает. Кто играл, тот убирает. Марго, со стола убирай. Я завтра тогда вас раньше разбужу. Я завтра в 6 часов вас разбужу. Мама! Да. Да, хорошо. Маргарит. Пожалуйста, Макси, нет, не надо раскидывать. Пожалуйста, со стола убирай. Так, аккуратненько складывай кубики, Макс. Мороженое! Почему-то у меня всегда болит нога, но я не знаю, я ничего не делаю. Ну, у меня тоже бывает болит нога. Может, ей холодно? Да, мне тоже всегда болит. От холода бывает. Укрой тепло. Закрой под одеялко, положи свою ножку и все. У меня тоже сейчас болит. У меня тоже такое бывает. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Ну что, улеглись? Бай-бай. У тебя что, гимнастика начинается? Бай-бай. Скажи пока-пока. Пока. Пока. Бай-бай. Скажи спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все, ребятки, пока. Хотя, похоже, спать никто не хочет. Ладненько, все, ребятки, пока-пока. Увидимся завтра.